О, и рецепт нанесен. Заяц пытается до блинка добраться. Очень на хороший перспективу. Вар здесь. А, ну тут всем тяжело, воруют и галлонов очередной раз цепляют кого-то на крест. Кажется, это будет райдер. Шейкер облетает. Локер сразу же не дает Шейкеру ничего сделать. Ставится там вообще. Гаслан подает, правда, уже погиб, а дайнс следующего. Наверное, как всегда, второй расшар. Не, просто если в теории посмотреть и убрать там последние ошибок 7-8, мощь, то было бы уже 1015-17. Да, да, да. Получает еще Стильвера. Локер пришел по Шейкеру. Самый удачный Шейкер. Опять они все заходят против Шейкера. Вся команда разваливается. И Сэм попадает. Наверное, он зомби какое-то время еще живет. Но тут же коснется Блэкхол. Аба, который стоит на горке, сбивается. Рубик дает Блэкхол. Но этого недостаточно. Нацвич приходит сюда, пытается что-то лучше. На этом интернете, включая мейн-стадию плей-офф. Либо еще. Не, ну серьезно, это прям крепкая катка. Полярисы по топам уже собрали. У них мертвый Рубик. Предлагаю подраться на себе. Так, что опять? Энигма. Энигма с двух ударов отваливается. Хватит, дает мне блокер плюс Энигма. Резолюшн. Резолюшну нечего сбить массивку. Но зато Резолюшну есть чем сбить лицо. Так, жестко. Забирают. Вот и Рубик подоспел, кстати. Добивает Энчантрес со стриком. Мне нужнее. Наганим, наганим. Я там аганим. СМ без блоков бара, кстати говоря. СМ подцепляют Женя. Не самый удачный КСЛМ. Савиос принимает Монфа. Монфа как перевод угодно. Савиос также погибает. Хорошая игра на развороте. И Бен. Секрет заходит на Рошана. И забирают его. Что тут еще сказать? Или нет? У нас есть агент в спине. Ставит там агент спине, но его не кажется. Локер, пушок, нет, он забирает, а Йогис заходит на холод Энигму с хорошей слинзочкой в максимальном радиусе. Клокверка забирают, правда, Шейкера тоже забирают. 20 тысяч. Он прям, он конкретно опережает Морфа, у них была разница 4 тысячи, сейчас уже 5 тысяч. Нападение на курку. Он ее закидывает корабль. Ну как же ему больно, не могут его подкинуть. Вот и все в курку. Он играет армлета, проигрывает армлет все-таки. Смотрите, время забирает зайца. Ее получает и пецы. Резолюшница придет. Но если. Если не нужно будет, просто отсидеться. Ниша в инвизе. Там. Или в смоке он был. Да, СФ. СФ просто освободил. Клокер каким временем бьет Кристаллис. Кристаллис отлично ворвался. Очень больно Бэтрайдеру. Бэтрайдера не допоксили. Стоит топа. Зомби превращается в Кристаллис. Тоже должен оставить топу. Учитывает еще и Петуса. Может защищать Томстоун. Энчантрес. Энчантрес. Какой он Шейкер. Заяц великолепный врыв от сверху Блэкхола. Купец. Шикарная. Шикарный момент. Савиус тоже дает свой блэкхол в ответ, но этого не хватает. Забирают куртку, СФ байбекается, минус Рубик с байбека. Так не работает. Секрет не того уровня команды, с которой можно перестать играть. Даже более того, у нас вчера была игра Witch Gaming Tempest. Witch Gaming тоже ничего не делали, но они это делали... Просто фармили аккуратно, делали минимальные выходы. Клокер пытался ворваться, но нет, не получается в этот раз. Забирают Энчантрес, она не должна была доживать до таких слотов, конечно. Когда она уже добирается до них, проблемы возникают определенные. Да и в принципе 15 тысяч перефарма, топ-1 нетворс у них. У нас у Рубиков тоже проблемы, на скан попал. Да, попался на скан, и забирают его. Он байбекался. Я сегодня... Либо лосо хотя бы, тебя гоним, ты два спала можешь украсть спокойно. Но у нас Рубик в последней драке умирает первый, последний на Рошане нажал байбек. Он украл блэкхол, но после байбека. Да, он выдал блэкхол по четверым. СФ этим временем ловит Ниша, Эхо Слэм Зайд сверху. Выдают. Превращается в зомби, ставят на пух. Наверное, это лучшая цель, в которую мы превратимся. Давайте птички. На кресте пытается вернуться назад. Возвращается назад каким-то чудом. В этот момент EU ставит Коги, пытается скорее выиграть время для пумки. На этой фонтане легендер, тем временем Савиус минус. Нет, ну тут все, тут уже Энчантра сравнивала, но другая ей умудрялась это давно отдать. Это... Абсолютно.
целом результат встречи, наверное, Polaris плюс-минус устраивает, потому что Secret они держатся в группе фаворитов. С ними получается нормальная тема. Падение на Кунку, ну, Кунку же без шансов. Я думаю, что Кунку может писать ГГ. Пора писать ГГ, потому что все, что делают, это просто съезжают в тройку. Мега-крипы. Мега-крипы. Первая там. Майк ПДБ, ставит стамба от Марфа, перекачивается он в силу, пошел Реквием от Шадоубита, прошу двух, нет, и смогли развалить. Смогли развалить, но это только Егис, минус Марфа, Резолюшн, пошли импеты, что творит Резолюшн? Вот тут действительно Резолюшн. Попробуй Радугу, ГГ говорит, ну и ГГ. Вот это катка. 43-17 окончательный счет. На 45-й минуте она заканчивается. Здесь...